Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красногвардейская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Красногвардейская. Переход на станцию Зябликово. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Домодедовская. Станция Домодедовская. Выход к автобусам до аэропорта Домодедово. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Орехово. Станция Орехово. Выход к автостанции Орехово. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Царицыно. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Царицыно. Выход к железнодорожной станции Царицыно. Второй диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кантемировская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Кантемировская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Каширская. Платформа справа. Станция Каширская. Платформа справа. Для строительства большой кольцевой линии Каховская линия закрыта. Пользуйтесь автобусами КМ и наземным транспортом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Коломенская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Коломенская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Технопарк. Платформа справа. Станция Технопарк. Платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Автозаводская. Станция Автозаводская. Наземный переход на станцию Автозаводская Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Павелецкая. Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Павелецкая. Переход на кольцевую линию. Выход к Павелецкому вокзалу и аэроэкспрессам в аэропорт Домодедово. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новокузнецкая. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Новокузнецкая. Переход на станцию Третьяковская, Калужско-Рижской и Калининской линии. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Театральная. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Театральная. Переход на станции Охотный ряд и Площадь Революции. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Тверская. Станция Тверская. Переход на станции Пушкинская и Чеховская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Маяковская. Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Белорусская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Белорусская. Переход на кольцевую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Динамо. Станция Динамо. Переход на станцию Петровский парк. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – аэропорт. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция – аэропорт. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Сокол. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция
Сокол. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Войковская. Станция Войковская. Наземный переход на станции Балтийская и Стрешнева Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Стрешнева. Второй диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Водный стадион. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция – Водный стадион. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Речной вокзал. Станция – Речной вокзал. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Беломорская. Станция – Беломорская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ховрино. Станция Ховрино, конечная. Выход к международному автовокзалу «Северные ворота», к автобусам до аэропорта Шереметьево и железнодорожной платформе Ховрино. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Беломорская. Станция Беломорская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Речной вокзал. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Речной вокзал. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Водный стадион. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Водный стадион. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Войковская. Станция Войковская. Наземный переход на станции Балтийская и Стрешнева Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Стрешнева. Второй диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Сокол. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция «Сокол». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – аэропорт. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция «Аэропорт». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Динамо». Станция «Динамо». Переход на станцию «Петровский парк». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Белорусская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Белорусская. Переход на кольцевую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Маяковская. Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Станция – Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Тверская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция – Тверская. Переход на станции Пушкинская и Чеховская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Театральная. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Театральная. Переход на станции Охотный ряд и Площадь Революции. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новокузнецкая. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Новокузнецкая. Переход на станцию Третьяковская, Калужско-Рижской и Калининской линии. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Павелецкая.
Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Станция Павелецкая. Переход на кольцевую линию. Выход к Павелецкому вокзалу и аэроэкспрессом в аэропорт Домодедово. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Автозаводская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Автозаводская. Наземный переход на станцию Автозаводская Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Технопарк, платформа справа. Станция Технопарк, платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Коломенская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Коломенская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Каширская, платформа справа. Станция Каширская, платформа справа. Для строительства большой кольцевой линии Каховская линия закрыта. Пользуйтесь автобусами КН и наземным транспортом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кантемировская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Кантемировская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Царицына. Станция Царицына. Выход к железнодорожной станции Царицына. Второй диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Орехово. Станция Орехово. Выход к автостанции Орехово. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Домодедовская. Станция Домодедовская. Выход к автобусам до аэропорта Домодедово. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красногвардейская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Красногвардейская. Переход на станцию Зябликова. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Алма-Атинская. Станция Алма-Атинская. Конечная. Выход к автобусам до международного автовокзала «Южные ворота». Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Поезд дальше не идет. Просьба выйти.